Сегодня у Гомеля подвели выники оплаты проезду по QR-коду после 2 месяцев працы технологии. У зале автопарка номер 6 собрались все кондукторы областного центра. Лепших из их узнагородили сучасной техникой. По выниках 2 месяцев первой стала Инна Куляшова. И на частей за инших пропоновала пассажирам скористаться новой системой. У призерах так само кондукторы Валентина Выступова и Анжела Шитикова. Реакция более положительная, особенно это со стороны молодежи, но в данный момент и даже со среднего возраста они спокойно, то есть, пользуются этой системой, и вопросов здесь не возникает. Если возникают какие-то вопросы, мы им помогаем. Нагадаем, Гомель стал первым областным центром, жыхары якога смогли скористаться инновационной системой и куплять квитки у один клик на смартфоне. Сегодня оплатить за проезд по QR-коде можно на всех маршрутах 6-го автобусного парка. По выниках этих 2 месяцев были выявлены проблемы с оплатой. Яны будут в дальнейшем вырашаться. Не все восприняли одинаково, скажем, одинаково позитивно вот этот новый продукт. Но, тем не менее, те отзывы, которые мы получаем от клиентов, от пассажиров, прежде всего, это молодежь, это те люди, которые интересуются современными технологиями, отзывы самые положительные. Мы можем сейчас сказать, что весь общественный транспорт города Гомеля, все абсолютно маршруты автобусов, все троллейбусы, то есть весь общественный транспорт города, он оборудован вот сервисом оплати, и любой пассажир, будь это там житель города Гомеля или гость города Гомеля, он, не глядя там, есть какие-то наклейки или обозначения на автобусе или троллейбусе, он может спокойно заходить в любой транспорт и, пользуясь сервисом, оплачивать свой проезд.